Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас сходили в магазин. Мы были в 4 магазинах и закупались. Это немного такая вот большая покупка была. Мы отдали за все это примерно 203 евро. Были в магазинах Lidl, Aldi, Hit и Penny. И везде понемножку чего-то покупали. Сейчас я вам пройдусь, все покажу. Хочу сказать, что на цены нужно без конца смотреть, потому что цены у нас буквально не по дням, а по часам растут. Например, миндаль я еще на той неделе покупала за €1,99, уже на этой неделе €2,29. И хотя стоит этикетка еще €1,99, они продают по €2,29, поэтому да, нужно смотреть. А вообще мы сейчас решили с Фабианом так закупаться, где что-то по акции, мы идем туда и покупаем. Ну, в этот раз мы еще так все не посмотрели, еще у нас такого плана у нас еще нету, поэтому в этот раз как-то так, но на следующие разы мы, когда будем закупаться, хотим по-другому это все как-то, да, делать. Так, купила в Лидле перец, ну, болгарский перец, €1,99. Нет, €1,90. За 99 центов он был по акции. Редьку купила, хочу лагман приготовить за €1,99. Морковь €1,29. Яблоки €1,79 такие. Потом ананас купили в Алди за €1,49. Затем вот кабачки такие свежие были. Купила за €1,99 за килограмм. И тут два огурца. Один огурец покупали в Лидле за 99 центов, а один огурец покупали в Алди за 79 центов. Затем вот эта рома капуста была за €1,49. Она, или €1,29. Она была по акции. Затем купила вот такую вот капусточку. Тоже захотелось. €1,49. Но сейчас смотрю, она какая-то уже белая. Так, петрушка за €1,59, такой большой пучок, я думаю, взяла, нарежу и сейчас еще заморожу. А затем в Лидле был вот такой шоколад, Мичели, мой папа его любит, вот я уже прикупила ему на подарки, может быть. Здесь вот такой вот вариант, который, ну, раньше тоже был с орехом внутри, такая вот трубочка из вафлей, там орех внутри, все залито шоколадом. И моя петрушка полюбилась. И вот такой вот новый сорт, там внутри крем-какао. Да, тоже нужно будет попробовать. €1,29, вот такая пачка стоит. И здесь 225 граммов. Затем купили в Лидле тоже голубику за €1,99. Здесь 400 грамм. Нет, €2,29, 400 грамм, да. А в Хит купили вот такие вот такой вот келекс, я его люблю, но я люблю, когда там фрукты, но их уже нету, по 2,22. И здесь, надо посмотреть, сколько грамм, 300 грамм в пачке. И вот такой вот купили, это простые такие вот хлопья из кукурузы. Я их как вот так просто на перекус беру, просто без ничего ем, как чипсы. Покупали в Лидле за 500 грамм, €1,29. Так, затем здесь помидоры в Лидле €1,59. Перец купила за €1,49, тоже по акции. Затем свекла €1,29. Затем купила авокадо, оно должно стоить 89 центов, но они нам посчитали по 99 центов, потому что, наверное, новая цена. Укроп 99 центов. Вот этот айсберг салат покупали в Пенни за 79 центов по акции. Затем салат, срок годности кончается, мы купили 30% дешевле. Сегодня салат буду делать, как раз мне понадобится. Так, грибочки €1,99, вот такие вот помидорки за €1,99, 300 грамм. Затем в Хит были вот эти вот кексы по акции, очень дешево, 79 центов. Здесь сколько, 200 грамм, два сорта взяла. Взяла вот такие вот коричневые, взяла вот такие вот. Мы даже их не так просто едим, но я делаю из них всякий десерт, поэтому взяла. И взяла также, давно уже, наверное, год не ели, это вот эти вот сухарики от Брант. Очень они мне нравятся, они тоже по 2,29 были по акции, купила их. Сколько здесь, не знаю. И купила еще вот такие вот гранола, или мюсли, можно сказать, в Пенни за 2,50. Нет, это я не могу сказать, я не знаю, сколько он стоит. Молоко купили за 99 центов, хотели от Бланта либо молоко купить, оно было на этой неделе по акции в Лидле, но его уже в первый же день все разобрали, утром нам сказали. Затем гранату купили за 99 центов, в Алди она была. Вот такую вот еще болгарскую паприку увидела, думаю, хорошая совсем. евро 79 за килограмм в Пенни. В Алди купили лосося 30% дешевле. Я сейчас его нарежу и сразу в морозилку. И в Lidl купили лосося тоже 30% дешевле. Сейчас сегодня приготовлю что-то и тоже в морозилку. Так, затем здесь бананы евро 9. Чеснок не знаю сколько стоит, забыла посмотреть. Вот этот вот картофель. Такой вот молоденький. Хочу в духовке запечь. Евро 69 в Алди. В других магазинах он дороже. И по 2,29, и по евро 99. Так, клементина покупала в каком магазине? В Лидле, наверное. За евро 49. Гауда сыр стоил 3,99 в Лидл. Затем вот такие вот кексики взяла. Они у меня тоже всегда есть. Вот так они выглядят. Я из них тоже всякие десерты делаю, потому что поэтому они должны у меня всегда на запасе быть. Затем вот такой вот цитроновый сок. Всегда беру 69 центов. Миндальное молоко взяла. За евро 19 это все слила. Вот этот вот сыр себе, или фета-сыр, который маринованный в масле. Очень вкусный. Тоже для себя нашли. И вот теперь часто его покупаем для салата. И 2,29 он стоит. И здесь 350 грамм. Также купила соль простую за 29 центов. Вот этот вот шпильский сыр, который тает, я так перевожу, был по акции евро 49 он стоит, и еще какие-то проценты на него были, поэтому мы 2 штучки купили. А затем, что здесь? А здесь в Алди купила вот такой вот врэп, он мне понравился, такая вот красивая лепешка, знаете, иногда вот такой вот врэп или лепешка, они такие твердые, это прям такая мякоть, хочу попробовать. Вот прям у меня салат есть, авокадо, хочу, может, грибы пожарить, еще помидор, вот очень вкусно будет. И тунец добавлю, будет вот такой вот вряд у нас. А затем здесь у меня еще всякая нарезка, колбаса. Вот такая вот как бы ветчина, могу сказать, за евро 99 по акции была. Солями было по евро 29 по акции. Потом вот такого вот солями взяла, но тоже по акции, тироли солями. Вот эту я очень люблю, вот эту я не ем, только если в пиццу добавляю. Вот это вот прям она хорошо копченая, я люблю вот такую вот. Евро 29, так она стоит 2,29 у нас. 2 таких взяла пачки и 2 уже с сыром взяла. Хочу 2 пачки заморозить, с ней ничего не случается. Затем взяла виноград в Алди 2,29, тут всего 500 грамм. Потом решила себя побаловать, хотела попробовать вот такой вот шоколад. Это горький шоколад, 70%, говорят, как в Starbucks. 4,79, вот такая банка стоит 300 грамм. И его нужно с молоком разводить, с горячим молоком. 5 вот таких вот чашек, 5 вот таких ложек столовых добавляешь. Все перемешиваешь и готовый твой какао. Я люблю какао, например, которое в пачках продается. Оно такое вот с кремом наверху. Хотела его взять опять, но решила вот это в этот раз попробовать. Затем здесь йогурт тоже всегда нужно и для завтрака, и, например, какой-то десерт сделать. Затем в Алди был сыр вот такой вот плавленый. Он сейчас стоит евро 99, а в Алди был по евро 49. Купили. Хит купила майонез за евро 59, хотя я майонезом не часто пользуюсь, но он у меня всегда есть. Вот у меня кончился майонез, и вот просто поставлю, будет пока стоять, пока он не нужен. Сливки, не знаю сколько стоит, забыла посмотреть. Сметана 89 центов. На десерт взяли себе Фабиан вот такую вот баночку, ванильный десерт. А я шоколадный десерт взяла. Они были сегодня по акции 49 центов. Масло купила за 2,22. Оно было и в Алди, оно было и в Хит по 2,22. Затем фета-сыр взяла в Пенни. Он мне там очень нравится. Он такой вот, знаете, он такой рассыпается. Евро 99 стоит уже у нас такой вот фета-сыр. Раньше мы платили 99 центов за него. Моцарелла 99 центов. Раньше, еще несколько месяцев назад, стоила 49 центов. Вот. Про вот этот миндаль я вам рассказывала. Купила я 2 пачки, а одна еще там лежит. Стоимость стояла 99, евро 99, а мне посчитались 2,29. Как говорю, у нас цены меняются очень быстро. Затем купила вот такой вот пакет за 2,29. Так, яйца вареные. Хочу сейчас такие бутерброды нам сделать на завтрак, поэтому быстро купила, чтобы не варить. Не знаю даже, сколько стоит. И вот такие самые дешевые стало яйца покупать. Тоже не знаю даже, сколько стоит. А затем вот купила орех. Если буду что-то выпекать, плесень тоже хорошо добавлять. 200 грамм за €1,99, но он уже как бы обжаренный. Вот такой вот сыр купили. За сколько, не знаю. Затем моцареллу для выпечки за €1,99. Здесь 250 грамм. Вот такую колбасу купила. Она тоже у меня должна быть в холодильнике. Если какой-то салат захочется сделать или просто не хочется готовить, я себе вот так кусок отрезаю, в микроволновку ее немного подогреваю и, может быть, шпагетти или что-то. И опять камера отключилась, я не знаю, почему она у меня всегда отключается. Ну вот, отрезаю кусок в микроволновку, подогреваю, и, может быть, или салат, или макароны отвариваю. Вот у меня еда, когда не хочется совсем ничего готовить. А затем в Lidl был вот такой вот набор. Здесь такие вот шпажки из силикона, видите, они даже гнутся, вот беленькая, прям хорошая. Вот такая. Это я купила для термомикса, чтобы хорошо все выгребать было. Хочу попробовать. Мне, я думаю, будет хороший. Стоили они €3,99. Затем вот такие вот колбаски, чтобы на запас были, в Penny $2,79. Потом вот такую вот игру Фабиан нашел. Может быть, подарим нашему крестнику. Такой вот Марио игра. Понравилось ему. Затем мандарины здесь еще в Penny брали 99 центов. Купила также блетантайк, слоеное тесто. Самое дешевое в Lidl покупаю. Я, честно, никакого результата не вижу. Да, пальмовое масло, но это пальмовое масло везде. Да, я результата не вижу, поэтому беру самое дешевое. Затем не результата, а разница. Да. Купила вот такую вот колбасу, которую давно уже не покупала. Захотелось за €3,49. Она у нас в Penny стоит. Ну, опять еще вторая пачка миндаля. Купила грейпфрут. Люблю тоже грейпфрут, особенно в зимний сезон. Летом я его вообще не ем, а вот в зиму купила себе €49, 3 штучки в Lidl. Картофель. Не знаю, сколько стоил. Забыла. Большой пакет в Lidl купила. Груши за €49 по акции были в Lidl. И апельсины я в раз 59 в Penny купила. Вот. Вот все покупки, цены я вроде бы все рассказала. Ну, что не знала, сразу вам говорю, не знаю, не запомнила. Ну, а так я всегда пытаюсь запоминать все цены. Вот такие у нас покупки на сегодня были. Сейчас я это все буду разбирать, все убирать. И будем сразу же с вами насчет завтрака, потому что мы сильно голодны. Я вам говорю спасибо, что вы посмотрели это видео. Мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.